Давайте чуть позже о украинском фронте, ситуации ныне на Донецком направлении, многом другом поговорим буквально через пару минут. Ну вот на продолжение той темы, которую начали наши коллеги, о Белоруссии, ситуации ныне в этом государстве. Как мы знаем, за последние несколько месяцев на территории государства-террориста Российской Федерации увеличилось количество, ну, наверное, с нуля до того, какое имеем сейчас, количество взрывов, как говорит президент Украины, там, покурили там, где надо. Курили и курят там, где надо, представители армии Российской Федерации. Но в то же время, несмотря на постоянные атаки со стороны государства, со стороны территории Республики Беларусь, как обстрелы украинской территории различными системами вооружения, на территории этого государства не происходит подобные также взрывы. Как вы считаете, что является причиной этому? Не вступление официально ли Республики Беларусь в войну против Украины, то есть предоставление в том числе своего войска? Ну, могу не согласиться, потому что все-таки отдельные хлопки имели место на территории Беларуси, и факты там есть очевидные. Но говорить о том, что сейчас есть острая необходимость именно наносить удары по территории Беларуси, пока не приходится, потому что интенсивность атак с территории Беларуси не настолько высока, чтобы говорить о серьезной необходимости проведения таких действий. Ну и плюс к тому, знаете, риторика белорусского де-факто руководства, она как раз и направлена на то, чтобы как бы спровоцировать такие хлопки и дать основания белорусам, ну, не белорусам, де-факто руководству принимать более активные меры для того, чтобы втягивать уже Беларусь, вернее, территорию Беларуси в сухопутные боевые действия. Ну и в-третьих, концентрация российских войск на белорусской территории не настолько высока, чтобы на них тратить достаточно дорогое и дефицитное вооружение, которое мы используем более эффективно на других направлениях. То есть пока ситуация складывается так, что острой необходимости наносить удары именно по территории Беларуси нет. Скажите, пожалуйста, давайте вернемся вот к ситуации на фронте и ситуации вокруг Бахмута. И вот по последним сообщениям главы Донецкой администрации Павла Кириленко, он говорит о том, что более половины города враг разрушил до основания. Дальше он говорит о том, что нашим войскам удалось российскую армию отогнать за пределы Бахмута, но при этом мужественно защищают Бахмут от оккупантов наши украинские войска. Врагу не получается продвинуться вперед. И вот учитывая все вот эти слова, вот эту риторику, можете объяснить, чем настолько важен для российских оккупантов Бахмут, почему они уперто, стирая с лица земли этот город, продолжают свою тактику, я не знаю, можно это назвать тактикой или нет? По их мнению, по мнению российского военного руководства, Бахмут на сегодняшний день это является такой очень важным узлом а. сопротивления украинской армии, б. коммуникационным узлом, с взятием которого они думают, что они выйдут на оперативный простор, который позволит им развивать наступление по направлению на Славянск и на Константиновку. Вот таким образом выполнить задача, которая ставилась кремлевским военно-политическим руководством по, как они говорят, освобождению, а в общем-то по захвату всей Донецкой области. Плюс, по их мнению, прорыв в районе Бахмута позволит им как бы принудить наши войска отступать из Авдеевки и создаст достаточно серьезное напряжение на юге в районе Угледара. И именно с этим, с военной точки зрения, по мнению российского военного руководства, связана такая активность в боевых действиях именно на этом направлении. Насколько это необходимо, сказать достаточно сложно. То есть, если раньше наступление в районе Бахмута, когда существовала угроза с севера и присутствовала российская изюмская группировка, имело смысл, то на сегодняшний день как бы продвижение в районе Бахмута для россиян не имеет такого принципиального значения, и они вряд ли достигнут тех целей, о которых мы с вами говорили. Но есть еще политическая как бы подоплека, когда они говорят о том, что они должны показать хоть какую-то победу. Ну и в-третьих, безусловно, нельзя отбрасывать специфику того контингента, который ведет боевые действия на этом направлении. Имеется в виду, в основном это вагнеровцы и
так называемые подразделения народной милиции ЛНР, ДНР. То есть это не кадровые, в общем-то, войска, а если мы говорим о вагнеровцах и делаем акцент на этом, то, простите за такой цинизм, тот самый Пригожин просто цинично зарабатывает деньги, получая дополнительные ресурсы из российского военного бюджета на смертях заключенных, которых он рекрутирует, я бы сказал так, для участия в боевых действиях на Бахмутском направлении. Вот просто хочу уточнить, вы сказали Славянский, Константиновка. Насколько мне известно, Константиновка вообще малюсенький городочек. Насколько вообще Константиновка тактически важна? Я не про стратегически говорю, потому что это что, вход или выход? Или вот почему Константиновка? Константиновка это железнодорожная ветка, в общем-то, куда выходят все... Ну, это терминал, можно сказать. Дружковка, Константиновка, понятно. Это другая часть этой самой Донецкой агломерации. На продолжение темы, в принципе, и защиты Бахмута со стороны украинских военнослужащих, попыток российских военнослужащих оккупировать города и ситуации в Макеевке, и ситуации в Чулаковке, Херсонской области. Кстати, о Чулаковке говорят почему-то меньше, хотя там также потери российских армейцев после удара высокоточного со стороны вооруженных сил Украины, ну, они измеряются буквально в сотнях на самом деле. На британской разведке говорят о том, что одна из главных причин вот и неудач возле Бахмута, неудач на других участках фронта и в Макеевке в том числе, это отсутствие адекватного, так можно сказать, профессионально подготовленного офицерского состава командования на местах, которое, в принципе, и должно управлять вот и боевыми действиями, как я понимаю, вот непосредственно на поле боя, ну и даже размещением самое банальное военнослужащих. По вашему мнению, вот дефицит офицеров такого командования, которое адекватно смотрит на ситуацию, если так обобщить, насколько это влияет, в том числе на возможности российского оккупационных войск защищаться сейчас в тех районах, где, возможно, ВСУ планируют проводить контрнаступательные действия, либо где фронт постепенно переходит, оттесняется со стороны ВСУ. Ну, вы знаете, я бы тут расширил несколько это понятие и говорил бы не только об офицерском составе, а о командном составе, включая сюда сержантский состав, потому что офицер за всем может просто не уследить, а задача сержанта, как младшего командира, вести непосредственную работу с солдатами. И это просто колоссальная проблема для россиян, потому что, да, действительно, они модернизировали, как они думали, свою армию. Я имею в виду вот эти реформы Сердюкова, но эти реформы в сущности свелись к тому, что они уменьшили количество вооруженных сил, что не сказалось серьезно на качестве их, ну и как бы позволили создать дополнительные инструменты по распилу денег. Сейчас они просто пожинают плоды того, что они получили, пытаясь как бы реанимировать старую советскую систему, которая была задействована раньше, и заставить ее работать, в общем-то, в безнадежном варианте в сегодняшних реалиях российской армии. Поэтому, да, эта система, эта проблема очень серьезная, и решить они ее просто физически уже не смогут, потому что для этого нужны годы и годы работы, а как бы одно дело иметь нарисованных на бумаге офицеров, то есть выпускников военных кафедр, которые не имеют абсолютно никакого опыта командной работы и которых бросают фактически в безнадежную ситуацию, заставляя решать какие-то вопросы, в которых они не имеют никакого понятия в условиях боевых действий, исправить это положение они физически не смогут. И это, знаете, уже речь идет о системных проблемах именно российской военной машины. Говоря о времени, я хочу задать вам вопрос о перспективах и о том, как видят эту ситуацию наши западные партнеры. Из того, что я сейчас прочитала, комментарии британского историка Нила Фергюсона, профессора Гарвардского университета, он пишет о том, что избранная Вашингтоном стратегия ограниченных поставок оружия Украине призвана не допустить эскалации развязанной Россией войны, однако может лишь способствовать затягиванию боевых действий. Он аргументирует это тем, что подсчитано у
урон экономике Российской Федерации всего лишь, по данным МВФ, за год сократилось их ВВП на 3,4%, а вот украинское ВВП сократилось на 30-40%. И далее он говорит, что если посмотреть в ущерб экономик разница между Россией и Украиной, то вот такая тактика Запада, которая, в принципе, тратит огромные деньги для того, чтобы поддержать Украину, она может быть очень рискованной, как для Запада, так и Украины, потому что играет на руку России. Вот затягивание войны, оно может привести к очень, ну, печальным, скажем так, последствиям. Вы не видите здесь действительно риск? Ну, вы знаете, тут нужно понимать, что, да, безусловно, такой риск есть. Да, безусловно, сопоставление российской и украинской экономик недопустимо. Это разные вообще величины. И украинская экономика сейчас, в общем-то, зависит от помощи, которую предоставляет нам Запад. Но говорить о том, что это затягивание связано именно с тем, что в этом есть какой-то очень специфический интерес Соединенных Штатов, я бы не стал. Я неоднократно говорил и повторю еще раз, что в мире никто не готовился к такой войне, которую мы получили на сегодняшний день. И поэтому только сейчас, только по прошествии фактически 10 месяцев боевых действий, военно-экономический потенциал Запада начинает раскручиваться, развиваться, и Украина получает все больше и больше ударных вооружений и боевой техники. Есть еще понятие чисто военного характера, то есть нужно понимать, что да, можно передать какой-то объем техники, вооружения, но эту технику и вооружение нужно обслуживать, ее нужно правильно эксплуатировать, а таких возможности Украина пока не имеет. Поэтому с этим связано такое некое ограничение в поставках, хотя, скажем так, даже если мы обратим внимание на то количество хаймерсов, которые планируется передать, оно фактически равно тому, что мы уже получили. То есть я бы сказал так, что темпы поставок увеличиваются, ну, чуть ли не в арифметической прогрессии. Поэтому могу не согласиться с точки зрения уважаемого британского эксперта, что речь идет о затягивании этой войны, потому что нужно понимать, и мы об этом с вами уже говорили, что мы сейчас очень серьезно зависим от финансовых ресурсов Запада, а финансовые ресурсы Запада — это, в общем-то, деньги налогоплательщиков западных, и они могут задать вопрос, зачем, собственно. Поэтому речь здесь идет о реалиях нашего, этой войны, когда мы только-только начинаем наращивать наши ударные возможности, и примером этого наращивания есть как бы решение о поставках в Украину французской боевой техники уже наступательного характера. Речь идет о самоходных гаубицах или, если хотите, легких танках. Речь идет уже о поставках именно ударных систем бронетанковой техники, о которых уже говорил Байден. Речь идет, я имею в виду, бронемашины типа Брэдли. Как я говорил, уже поставки более мощного, большего количества хаймерсов и другого вооружения. Поэтому мы говорим о том, что на сегодняшний день, да, война объективно она будет продолжаться какое-то время, но быстрого решения этой войны не будет. Это во-первых. Во-вторых, если мы говорим о падении российской экономики, то не следует как бы циклиться, простите, только на 2022 году, потому что только сейчас, только с февраля месяца российская экономика начнет ощущать на себя последствия именно этого углеводородного эмбарго. И так, как бы, да, в первый год ослабление ВВП России составило 3-5%, но никто не говорит, что такой темп сохранится на том же уровне на 2023 год. В результате как бы постоянного санкционного давления, по моему мнению, я не большой специалист в экономике, но то, что мы видим, проблемы России будут усугубляться, и это будет выражаться не только в экономике, а это будет выражаться и во внутриполитической ситуации. Кроме того, вот эти вот призывы к мобилизации, проведение мобилизации вымывает из российской экономики, опять же, сотни тысяч, не побоюсь этого слова, действительно рабочих рук и мозгов, которые или гибнут на полях сражений, или вынуждают как бы расходовать средства на потребности войны. Плюс дефицит бюджета Российской Федерации увеличивается постоянно. То есть в этом смысле игра в долгую,
такую, она имеет смысл, и мы, имея поддержку как бы Запада, можем рассчитывать на то, что мы выстоим и победим в этой войне. А ситуация в России будет только усугубляться, по моему мнению. С вашего позволения, один очень важный момент я уточню. Опять же, Фергюсона, с которым вы не согласились, он говорит о том, что проблема, по его мнению, в том, что в этой формуле скрывается страх, прежде всего, перед российской эскалацией, а не интересы, как вы сказали. Почему я сказала, что это важно? Потому что неоднократно уже поднимался вопрос о том, что наши западные партнеры боятся не столько эскалации, сколько применения ядерного оружия, что им придется как-то на это реагировать. И у меня тогда вопрос, если они называют уже открыто российскую армию бумажным тигром, неоднократно в западной прессе именно такой формулировки я встречала, то почему они не боялись ни Муаммара Каддафи, ни Саддама Хусейна, они не боялись Бен Ладена, ну и других диктаторов, с которыми они очень быстро справлялись, при этом называя бумажным тигром армию Путина, они все еще боятся применения ядерного оружия. В чем здесь загвоздка? Действительно ли они так боятся и не уверены в своих силах? Великая армия НАТО. Нет, об этом даже речь не идет. Ну, просто нужно понимать, что и Саддам Хусейн вместе с Муаммаром Каддафи и Усамой бен Ладеном, они как бы по потенциалу совокупному как минимум в 20-30 раз меньше, чем тот потенциал, который имеется в распоряжении Российской Федерации, который накапливался в течение десятилетий. Я говорю о советском военном потенциале. Мы говорим также о количестве тех ресурсов, которые задействованы. Ни Усама бен Ладен, ни Муаммар Каддафи, ни Саддам Хусейн не могли мобилизовать миллионные армии для того, чтобы составить какую-то угрозу. Кроме того, нужно понимать, и в чем осторожность наших союзников, что не указанные вами как бы руководители не представляли непосредственной угрозы странам НАТО. А в данном случае мы говорим о том, что фактически война идет на границах НАТО, я имею в виду страны Балтии, имею в виду Польшу, которые могут стать объектом для атаки. И в связи с этим наши союзники должны как бы брать во внимание этот аспект и действовать достаточно осторожно для того, чтобы медленно обескровить Российскую Федерацию и для того, чтобы она не могла использовать ядерное оружие. Что касается непосредственного использования ядерного оружия, то мировое сообщество создало достаточно серьезную систему мониторинга и контроля для того, чтобы упредить любое несанкционированное использование ядерного оружия, о чем уже говорилось неоднократно. Но понимание другой природы этого конфликта заставляет все-таки принимать и достаточно осторожные и взвешенные решения по поводу противодействия российской агрессии. Еще один аспект хотели с вами обговорить. Накануне президент страны-террориста Владимир Путин своей широкой рукой отправил фрегат очередной Российской Федерации не за тем маршрутом, по которому привыкли ходить, к сожалению, но в плавание. Фрегат «Адмирал Горшков», он прошла даже церемония официальной отправки его на боевую службу. Российская Минобороны об этом сообщила. Непростой фрегат, как по крайней мере говорят в Минубийство Российской Федерации. Оснащен он гиперзвуковыми ракетами «Циркон», также на борту этого корабля «Калибр» якобы есть. Как говорят ваши коллеги, отправка Горшкова, адмирала, на боевую службу — это очередной показатель необходимости, возможности и желания эскалировать со стороны Российской Федерации. Добавляют также цирконы, либо же калибры, либо то вооружение, которое может стоять на вооружении корабля, может нести и ядерный потенциал, ядерный заряд. Очередной виток, о котором говорила моя коллега в том числе. Ну да, безусловно, и нужно понимать, что ядерный шантаж будет всегда иметь место в нашем конфликте, в нашей войне на сегодняшний день. И этот ядерный шантаж связан как бы с демонстрацией ядерных возможностей Российской Федерации, то есть проведение серии учений ракетных войск стратегического назначения, других элементов ядерной триады, демонстрационных отправок таких вот кораблей типа «Адмирал Горшков», якобы внезапных выходах в море подводных лодок, создание напряженности на гражданских ядерных объектах, и мы уже видим это
перманентную напряженность и в районе Запорожской атомной станции. Здесь, кстати, возвращаясь к тому, о чем мы говорили с вами в предыдущем блоке, есть такой же элемент шантажа при разговорах о белорусской атомной станции, которая находится в непосредственной близости к границам стран-членов НАТО, имеется в виду Литва. Есть также угроза нашим ядерным объектам в случае возможного каких-то агрессивных действий со стороны Беларуси против Ровенской атомной станции и так далее и тому подобное. То есть ядерный шантаж был, есть и будет основным инструментом и последним инструментом российской военно-политической машины, но это шантаж и ничего более. В Главном управлении разведки Минобороны Украины также говорили, что Россия планирует или уже разместила ядерное вооружение на территории Беларуси, временно неподконтрольной территории Украинской автономной республики Крым. Как мы понимаем, самоубийственное решение, последнее, еще одно самоубийственное решение Владимира Путина вряд ли совершится. Сергей, вам огромное спасибо, всегда вам рады в нашем эфире.